Официально Рим возмутило обращение с итальянской активисткой, арестованной в Венгрии. Ее привели в зал суда в наручниках, кандалах и с цепью на талии. После этого глава итальянского МИД вызвал посла Венгрии и выразил протест против унижения достоинства гражданки Италии. Инцидент создал дипломатическую напряженность между двумя странами. Премьер-министр Джорджо Мелони говорит, что в Италии к заключенным относятся иначе. В некоторых западных странах задержанных приводят в суд таким образом. Это не в наших правилах, мы так не делаем. Эти кадры сильно задевают наши чувства, но в некоторых других суверенных государствах, включая западные, есть такие правила. Повторяю, в этом нет ничего необычного. Илария Салис – школьная учительница и антифашистка. Ее задержали в феврале прошлого года во время антифашистского марша в Будапеште. Женщину обвиняют в нападении на ультраправых и националистов. Если ее признают виновной, то ей грозит 11 лет тюрьмы. Подозреваемая обвинение отрицает. Салис также жалуется на жестокое обращение в тюрьме. Она сказала, что ей не разрешали менять одежду и не давали туалетную бумагу и мыло минимум неделю после ареста. Женщина сообщила и о других нарушениях. Власти Венгрии заявляют, что все это неправда. Мелони обсудила эти вопросы с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Я говорила о необходимости гарантировать нашим согражданам, что их будут содержать в достойных условиях и относиться к ним с уважением и справедливо. Мелони также отмечает, что на сам судебный процесс не может повлиять ни она, ни Орбан. Итальянский премьер надеется, что Салис сможет доказать свою невиновность.